Разросся не на шутку. Борщевик Сосновского, чудо-селекция, занесенная в черную книгу флоры Средней России, нашел пристанище у обочин дорог, опушках леса и бывших колхозных полях. В этом году по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева на борьбу с опасным растением Щелковскому району выделено 10 миллионов рублей. Мероприятия по скашиванию и химической обработке территорий, зараженных борщевиком, запланированы во всех поселениях. О первых результатах главе района Алексею Валову на профильном штабе доложили руководители поселений и отдела промышленности, инвестиций и сельского хозяйства. Вовремя сформировали все объемы, которые должны были обработать на территории района. И вот теперь у нас месяц июль. Подведем итоги. Сейчас обработка идет по Гребневу, Медвежьеозерской, Угодневу, Щелково. Работы в Гребнево были проведены, окос и химическая обработка усадьбе и на территории вокруг. Недавний рейд, проведенный отделом промышленности, инвестиций и сельского хозяйства администрации, выявил очаги произрастания борщевика вдоль дорог Щелково-Фряново и Щелково-Ивантеевка подведомственных организаций МосАвтодор. Зонтики сорняка заметили в Малом Ледове. На участке от Фряновского шоссе до деревни Каблуково, по дороге к деревне Сутоки, добрался борщевик и до границ национального парка Лосиный остров. Все эти участки будут как минимум окошены. Планом на этот год в районе предусмотрено обработать более 600 гектаров борщевичных зарослей. Исполнен 37% от запланированных 630 гектар. Ну, еще дополнительно, говорю, будут введены в августе в оборот 600 гектар, которые засорены борщевиком путем предоставления их инвестору под сельхозполя. Завершаются последние два аукциона сегодня на выбор подрядчика, это Фряново и Турбино. И в этих поселениях также будет масштабная уборка начнется. Главам поселений поручено в кратчайшие сроки собрать кадастровые номера земельных участков, засоренных борщевиком, чтобы применить к собственникам меры прокурорского реагирования. Контрольные функции по нераспространению сорняка взял на себя и Россельхознадзор. С прошлого года уже губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев сформировал государственную программу. Соответственно, получили средства для того, чтобы бороться уже в организованном порядке с борщевиком Сосновского. На территории Щелковского района эта работа ведется. Проведены соответствующие процедуры конкурентные. Раньше мы обрабатывали средством защиты растений, когда он там до 10-15 сантиметров отрастал. То есть был такой средство защиты растений. А теперь при любом росте растений можно обрабатывать, и эффект должен быть положительный. Единственные, кто ратует за сохранение борщевика, так это пасечники. Они уверены, что мед с него получается особенно вкусный. Но количество этого борщевика настолько выросло, что необходимо сокращать и делать это как можно быстрее, до конца вегетативного сезона. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».